One morning, an ostrich buried his head in the sand and fell asleep. One waking, he couldn't remember where had bird it. Where hid he had, значит. Hid bird it. Поняла? Да. Что там рассказывается? Там он забыл, где он голову воткнул, потом ушел куда-то, потом забыл. Но он не ушел, он уснул, а потом он waking. Как проснулся? Забыл, где он сидел. Он, наверное, голову сунул, открыл голову, то есть вытащил, и сразу же он вот так сделал. И так бывает на самом деле? Нет. Что сразу забыл, где закопал голову? Да, иногда да. Ну разве у него голова отдельно от его тела закапывается? Нет. Значит, бывает так или нет? Нет. Вот так целая шея туда идет. Угу. Потом ноги вот так стоят и тело вот так стоит. Можешь еще один раз прочитать без ошибок? One morning an ostrich buried his head in the sand and fell asleep. One waking he couldn't remember where he'd buried it.